Игра между юношескими командами была острой и напряженной. Все стремились к победе. Сами соревнования направлены на повышение технического мастерства студентов и их дальнейшей подготовки к соревнованиям больших масштабов. Для популяризации данного вида спорта в городе, среди учащихся, среди молодежи нашей, для активного вовлечения молодежи в занятия физической и культурной спорта, ну, также, наверное, для здорового образа жизни, чтобы наша молодежь занималась спортом, играла в различные виды спорта. Мальчики, вы тоже, как видите сейчас, прям большое упорство они прилагают к тому, чтобы выиграть, тянутся за каждым очком, и счет каждой игры пока говорит сам за себя. Бьются до последнего. Волейболисты показали достойную и равную игру. В тройку финалистов вошли команды многопрофильного технологического колледжа, Международного колледжа современного управления имени Абрекова и команда технологического колледжа. Представляем многопрофильный технологический колледж. Занимаюсь вообще волейболом 2 года. К сожалению, сегодня занял только 3-е место. Ну, в следующем году, надеюсь, будет лучше. Борьба за первенство между финалистами была напряженной. Первую партию вела команда технологического колледжа. Во второй игре студенты Международного открытого колледжа современного управления сравняли счет. Но в решающей 3-й партии с большим отрывом победителем соревнований стала команда волейболистов технологического колледжа. Мы были рады участвовать на этих соревнованиях. Спасибо большое нашему тренеру Арсену Мухтаровичу и Артуру Мухтаровичу. Они нас натаскали хорошо. Очень рады, что поучаствовали в этих соревнованиях. Мы заняли 1-е место. Всем финалистам соревнований по волейболу среди команд среднеспециальных учебных заведений вручили грамоты, а капитанов команд наградили кубками. Такие спортивные встречи проводятся каждый год. И у проигравших команд есть время лучше подготовиться к следующим играм. Ренат Ибрагимов, Радомир Князев, Архыз 24.